В Якутске официально начался отопительный сезон. Сегодня в городской администрации прошло традиционное открытие задвижки. Это означает, что во все объекты города, как жилые, так и социальные, поступает тепло. Запланированные работы по замене сетей тепловодоснабжения выполнены на 95,5%. В этом году на ремонт коммунального комплекса в Якутске выделили 196 миллионов рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом году.